будет дефиле Кати. Все, что ли? Вообще передумали. Потом, да, потому что... Вон я их вижу, этих. Наша, знаешь что, я тебе могу сейчас объяснить, что у нас сейчас произошло. Сейчас, да, короче, ты покалеченная. Ну, ты, наверное, видел, ты что у нас было на репетиции. Да, я же покалеченная. То есть, ничего, грубо говоря. А, друзья Акера сказали, что чтобы она, чтобы мы ее вывели со сценки, чисто только для того, чтобы она с нами не позорилась, типа. Что-то мы ее позорим. Что она такая охуенная, мы ее позорим. И потом она еще, я искала, что это за фигня. Она мне еще и меня обвинила.